ЧП произошло сегодня утром в одной из шахт комбината. Обрушилась порода в вентиляционном канале. Сообщение об этом на пульт службы спасения поступило в 7:40 утра. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили тело одного погибшего горняка. Информацию подтверждают и в пресс-службе предприятия. Мы подтверждаем, что 16 января примерно в 7 часов утра на горизонте 1045 метра подземного рудника при выполнении работ в проходческом забое произошло падение куска горной массы. В результате 38-летний подземный проходчик получил травмы, несовместимые с жизнью. Со своей стороны предприятие окажет всю возможную помощь семье погибшего. Сейчас на месте происшествия работает специальная комиссия. Причины обвала выясняются. Рудник работает в штатном режиме.